Каждый из нас с детства знает советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию». В одном из известных моментов этого фильма герой актера Леонида Куравлева исполняет песню, используя в качестве микрофона пачку сигарет от Marlboro. Многие думают, что это была скрытая реклама. Однако это не совсем так. Это была идея самого актера, который знал, что режиссер фильма Леонид Гайдай любит сигареты этой марки и таким образом решил его удивить.